человек начал махать палкой, вот, и попал, ну, палкой, даже можно сказать, черенок от лопаты, то начал махать и попал мне в руку. Я сначала не заметил этого, а потом через какое-то время боль дала о себе знать. Вот. Сейчас вот ждем медика. Граждане, химчане, вот, и если они решили управлять не той компанией, то они в своем праве. Если они решили распорядиться своей собственностью, в том числе и дверью, которая там стоит, вот, то это их право дверь поменять, я так считаю. Не дело, когда химчан, значит, когда они собрались и там начали возмущаться, и вдруг прибегают к ним какие-то, так сказать, 8 человек, крича, что они мастера спорта по боксу, и начинают их избивать. Наша компания считает, что данная ситуация может быть разрешена либо только в судебном порядке, но никак не путем совершения противоправных действий со стороны граждан. Техническая документация вся находится в территории комфорта, и территория комфорта Химки, обладая всеми необходимыми данными для установления, к чему относится данный паркинг, уже предоставила информацию, что это является неотъемлемой частью дома 14, корпус 1. Мы являемся их подрядной организацией. До момента окончательного урегулирования, пускай это будет суд, пускай это будет через год, но вот чтобы в течение вот пока не будет урегулирован этот вопрос, чтобы ни одна управляющая компания квитанции собственных не выставляла. Она может рассмотреть это предложение, учитывая свою лояльность к жителям, которых она обслуживает, и она примет решение. Я полностью солидарен с Сергеем Александровичем, что это не наш функционал регулировать денежные поступления одной компании. Мы всегда работаем с жителями и все создаем условия для того, чтобы жителям было комфортно в нашем городском округе.